Всем привет, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Сейчас будем заниматься позитивной деятельностью, рассматривать платформу Infam. Но для начала, конечно же, большая просьба подписаться на мой инстаграм-аккаунт и, конечно же, на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Кстати, когда-то я уже снимал видео про Infam платформ, когда они листились на PancakeSwap еще в декабре 2021 года. Но, разумеется, это было еще 30 ноября на моем втором канале. Он называется Захаркин Трейд, поэтому тоже подпишитесь, ссылочка на него будет в описании. А мы сразу переходим непосредственно к Infam платформ. Значит, сайт infamplatform.app. Давайте мы его обновим. Если у вас здесь еще аккаунта нет, то, ну, надо создать. И сейчас я буду создавать вместе с вами. Если он уже есть, то просто логин и заходите. А мне нужно SignUp. Значит, здесь есть несколько языков. Английский, испанский, французский, индонезийский, китайский, я так понимаю, диалект мандарина, японский и немецкий. Русского пока что нет, но, возможно, кстати, и не будет, потому что все-таки платформа рассчитана на западную аудиторию и на восточную, кто знает английский язык. А так всегда можно перевести, вот видите, и все. В общем, будет здесь такой интересный агрегатор, и сейчас вам покажу, что это за штука такая. Поэтому мы убираем английский и нажимаем на SignUp, видите, правый верхний угол. Здесь вы можете выбрать, кто вы. Представитель проекта, амбассадор, инфлюенсер, либо инвестор. Если что, можно вот так вот перевести, еще раз вам говорю, показываю, все просто, все понятно. И нужно все заполнить. Давайте я вам покажу оригинал, поэтому я буду инфлюенсером. Моя общая рекомендация регистрируется именно на браузере Google Chrome. Почему? Потому что здесь у нас как раз будет и MetaMask. Он нам очень сильно понадобится для того, чтобы пройти регу. Итак, не буду заставлять вас ждать, просто вам скажу, что нужно делать. Заполнить имя, фамилию, написать email, номер телефона, свой регион выбрать, Европа, страну, ну, например, Россия. Дальше добавить адрес, вот MetaMask, это все как бы просто делается. Свои социальные ресурсы, социальные медиа добавить. Все очень просто. Категория, где вы работаете, в общем, да. Это может быть GameFi, это Exchange, это Lending, да, это Payments. Вот, ну, все очень просто. Ну и, конечно же, если у вас есть какой-то промо-ролик, можете его сюда тоже добавить. Сейчас я все вот это вот заполню и потом вам покажу, что получилось. Ну что же, прошло 3 минуты, я все добавил, фотографию, имя, как зовут, никнейм, мой телефон, регион, все-все-все, социальные ресурсы, смотрите, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, мой личный, да, можно добавить еще LinkedIn, но у меня не было. Вот здесь написал, кто я, что я, стоимость работ, cost of work, сколько это стоит, мои категории, в которых я работаю, это game, exchange, lending, payments, BTC, marketing, PR, как бы никаких проблем, никнейм, криптодепутат, да. Мой промо-ролик, ну, кто я, что я, да, и вот мой профиль заполнен на 92%, я согласился с условиями, но надо еще добавить как раз wallet, поэтому всегда нужно иметь открытый вот этот вот, да, ваш MetaMask кошелек, нажимаю на MetaMask, connect, нужно подсоединить, так, нажимаю на далее, опачки, просмотр адресов, да, подключиться, все, connect у меня, давай, подписать, сейчас надо будет подписать. Надеюсь, у меня ничего не украдут. Ха-ха, да ничего не украдут. Вот, адрес у меня уже есть, все, слава богу. Remove address, это значит, ну, удалить старый адрес и добавить новый адрес. Но в целом все, 100% можно нажимать на confirm. Попробую пройти, да, наверное так. Application has been generated. То есть не плюс 7915 дали, а я вот именно с восьмерки начал. Так, окей, мне что-то сейчас придет на почту. Но, во всяком случае, так было написано. Так. Welcome to Infam Platform, да-да-да, нужно нажать на Confirm. Ну все, я еще раз перешел по почте, с первого раза не получилось, а знаете почему? Потому что там проходит верификация, модерация, смотрят, кто приходит, зачем приходит и так далее, вот подсоединил кошелек, все, как бы все нормально, вот Руслан Захаркин, инфлюенсер, давайте посмотрим, My Profile, Exchange, Payments, Lending, BTC, Game, вот это я, как бы, да, вот у меня пока что две звезды, уже неплохо, значит, Russia, Europe, Cost of Works, $300, то есть мой YouTube обзор, допустим, стоит $300, так, теперь касаемо My Subscriptions, да, чтобы у меня был больше такой развернутый функционал, конечно же, нужно приобрести здесь подписку, вот, один месяц стоит 9.99 или 3.96 инфам на сегодняшний день и час, 3 месяца $27, 6 месяцев $49, 12 месяцев $88, да. Вот так вот можно выбрать и непосредственно уже потом, да, покупать, нажать на confirm, да, значит, subscribe, one month price, 3.96 infam. И нажимаем дальше на confirm, и система выведет нас на оплату. Но я хотел бы вам еще раз показать, да, что здесь происходит. Значит, промо-ролик обо мне, да, касаемо того, чем я занимаюсь здесь.
Social Media Links, это, пожалуйста, вот тоже все присутствует. Есть Telegram, мой личный, есть Facebook, есть Instagram и есть, конечно же, Twitter. Я рекомендую всем инфлюенсерам, которые здесь будут регистрироваться, да и амбассадорам тоже, конечно же, завести все свои социальные ресурсы. Также я могу спокойненько менять здесь как раз, да, профиль, но для этого нужна, конечно же, подписка. И месячная подписка, напоминаю, стоит вот на сегодняшний день час $10. Ну, давайте немножко по сайту все-таки пробежимся для тех, кто первый раз видит, что такое инфам. Такая вот платформа, не только токен, это платформа для как раз бизнеса. Здесь будет мониторинг и компаний, и блогеров, и проектов. Здесь будут инфлюенсеры. Вот, пожалуйста, уже несколько инфлюенсеров есть. Так, Сергей Панченко, Мариана Вольджен, Валерий Шевченко. Я один из первых. Приятно, приятно. Вот инвесторы уже кто-то, смотрите, регистрируется. Можно посмотреть, да, кто что. Но для того, чтобы смотреть, иметь функционал, здесь нужно вот это вот как раз приобрести subscription. Subscription с английского — это подписка. Также Project уже есть, да. Вот Vitry Games, например. И чтобы посмотреть, тоже нужна подписка. Поэтому сейчас я буду приобретать подписку. Вот амбассадоров, кстати, пока что нет, но я думаю, что они будут. А вот инфлюенсеры, пожалуйста, все здесь есть. Так вот, для того, чтобы функционал здесь был больше, я сейчас приобрету подписку, покажу вам, как это сделать. Ну и дальше уже посмотрим, кто здесь еще на платформе представлен. Ну все, уважаемые коллеги, друзья, партнеры, я пополнил свой кошелек MetaMask как раз вот на вот этот вот адрес. Теперь у меня есть монетки Infam. А где вообще купить монету Infam? Да, ну в первую очередь нужно знать как раз адрес, да, смарт-контракта и дружить с такими сайтами, как CoinMarketCap и CoinGecko. Вот, пожалуйста, на CoinGecko заходим, видим монеточку Infam, спускаемся вниз, где же она торгуется. Вот есть биржа, да, на данный момент пока что одна, потом будут другие биржи, более ликвидные. Так, Infam USDT. Вот, пожалуйста, здесь можно зарегистрироваться и спокойненько приобрести, пополнить баланс данной биржи USDT и за USDT потом приобрести монету. Сейчас курс такой, но сами понимаете, все может измениться в любой момент. Но это так, без намеков, как говорится. Теперь нам нужно, конечно же, добавить монетку Infam в мой кошелек MetaMask. Как это сделать? Опять-таки идем на CoinMarketCap и копируем просто вот этот вот как раз адрес смарт-контракта. Вот, если что, видите, Infam. Все просто и понятно. Всегда можно посмотреть на Binance Smart Chain. Заходим. Открываем MetaMask. Добавить актив. Видите, где здесь? Import Tokens. Адрес контракта. Этого, в принципе, будет достаточно. Added Custom Token. Infam. О, у меня 5 Infam. Невероятно. Я теперь очень богатый. Ладно, 5 инфам есть. Что мы будем делать? Смотрите, мы заходим в личный кабинет My Profile. Вот видите, да, My Subscription. И нажимаем на Subscribe. Нажимаем, нажимаем. Вот, мне нужно 3.96 инфам, чтобы все приобрести. Нажимаю на Confirm. Subscribe 1 month. Давайте на 1 месяц. Confirm. Сейчас мне нужно здесь все подтвердить. Вот, будет небольшая комиссия в BNB. Прошу иметь это в виду, поэтому BNB на своем как раз кошельке нужно иметь. Нажимаю на подтвердить. И все должно сейчас прийти. Ну, давайте подождем вот этот кругляшок, да. Отдохнем, кайфанем. Я пока поиграю в телефон. Кстати, можно будет на этой платформе ведь и с телефона сидеть. Так, контактное взаимодействие, чего-чего. Подтвердить. Давайте подтвердим, да. Кошелек интересуется, действительно ли вы хотите приобрести, да, подписочку. Вот, вы готовы или не готовы. Так, что это за звук был такой замечательный? Давайте ждем, ждем. О, subscription success. Success с английского. Слава богу, я еще с 5 класса знаю, да. С 1 класса у меня не было английского. Это значит успех. Окей. Могу даже тут, смотрите, add post. Я посты могу здесь писать. О, у меня появился новый функционал. Все, круто. Я прям как стал белым человеком. Значит, моя подписка действует с 20 февраля 2022 по 20 марта 2022 года. Великолепно. Значит, My Chats. Чат здесь можно как раз, да, общаться. Favorite Users. Я могу здесь выбирать фаворитов. О, невероятно. Это приятно, да. Все больше и больше функционала. Значит, My Orders. То есть, мои ордера, да, с кем я уже работал. И, конечно же, Add the Post. Может быть, давайте пост действительно замутим. Так, какой бы мы замутим пост? О, вот так... А, не-не-не-не-не, здесь чуть-чуть по-другому, наверное, да, фотографию нужно поставить. Так, upload photo. Или здесь это у нас просто... Как это называется-то? Правильнее сказать. О, BEP. Здесь нужно по-другому. Во, это как заставка идет. Так, здесь post name. Всем привет. Hi. This is my
First post. First post. Have a nice day. О. Nice day. Так, и здесь можно link какой-нибудь поставить. Ну, давайте выберем, я не знаю, какой-нибудь вот. То, что я провожу здесь крипто-ланч какой-нибудь, вот. Видите, мы же вместе с вами учимся, просто кайфуем. И create post. Ну все, всем привет. Пост у меня готов. Вот, пожалуйста, всем привет. This is my first post. А, кстати, так. Все, да, криптодепутат, ник работает. Если что, можно вот лайки здесь собирать. Если что, я могу его удалить. Как бы проблем в этом нет никаких. Все. Вот такая вот платформа. Давайте теперь посмотрим, кто еще тоже здесь есть на платформе. Амбассадоры, пока их нет. Инфлюенсеры, вот, я могу посмотреть. Сергей Панченко, теперь у меня уже все работает. Так, add to my favorite. Все, я его как раз добавил. Так, Мариана тоже давайте добавим, потому что это действительно круто. Коллег нужно поддерживать. Так, инвесторы, кто здесь инвесторы? Вот Валентин, например, инвестор. Так, хорошо. И Project. XDAO, Neon Yarn. Давайте мы посмотрим, что это за проект, почитаем. Если что, здесь можно потом вот это все перевести, никаких проблем нет. У нас действует, ну, русский, английский, если что, у вас раскладка работает. Ну, как бы все просто, да, это новая метавселенная, сочетающая в себе лучшие с DeFi, GameFi и NFT. Замечательно, замечательно, просто топ, круче, чем Photoshop. По-моему, я их уже добавил в избранное, да. Так что вот так вот это все работает. Я надеюсь, что вам это было интересно. Ну, понятное дело, что если вы хотите еще и на монете заработать, то тогда ее нужно брать. Пока на низах, конечно же, это выгодно. Никаких гарантий не даю. Я здесь вижу только возможности. Кто-то видит только риски, кто-то видит только возможности. Я вижу определенные возможности при определенных рисках. И явно здесь возможности больше. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост. Подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И ответьте мне, самое главное, на один простой вопрос. Кто из вас хочет получать качественную аналитику, становиться инфлюенсером, может быть, продакт-менеджером, быть может, амбассадором, зарабатывать на этом деньги, на хорошей платформе, с нормальными рейтингами, не накрученными, и все это делать на регулярной основе? Если это про вас, то все ссылочки, конечно же, будут в описании. Вам добра, на связи был Руслан Захаркин, и, конечно же, выражаю личный респект создателям и всей команде Infam Platform, и, конечно же, Сергею Панченко. Я надеюсь, что у тебя все будет хорошо, у твоей команды все будет хорошо, и этот проект поможет раскрыть новые таланты, поможет зарабатывать через интернет, ну и, конечно же, перевернет эту индустрию.